Всем привет! И с вами снова Ксения Бережная. А мы с нашей участницей находимся на четвертом этапе проекта преображения, а именно в студии лазерной эпиляции. Скажите, какие процедуры сегодня ждут нашу участницу? А сегодня мы ей сделаем лазерную эпиляцию подмышек и омоложение лица. А с чего начинается сейчас первая процедура? Обработка, во-первых, подмышечных впадин, нанесение геля и установка мощности. Единственный в Волгограде диодный лазер последнего поколения производства Южной Кореи. Бестселлер лазерной эпиляции. Новейшая система «Умный лазер» сочетает в себе два вида процедур: бережное удаление волос и безоперационное омоложение лица, шеи и зоны декольте. Ань, ну что, как тебе сегодняшняя наша процедура? Во время процедуры нормальное ощущение, все хорошо прошло, чувство легкое покалывание, холодок, а в целом безболезненно и нормально.